Все эти отверстия надо заделать будет раствором. Заделаю, и все в порядке будет. Вот. Все в порядке, все ровненько. Стены ровные. Для заливки перемычек и армопояса я придумал вот такую конструкцию. Две доски по высоте армопояса и по 10 сантиметров справа и слева оставлю для опилки бетона. А уже по центру пойдет бетон, армированный арматурой. Сейчас буду заливать. Начало опилка бетон по краям. Потом буду убирать деревянную конструкцию, планцончик, переставлять в другое место. И так поедем дальше. А уже потом в эту ложбинку будет заливаться бетон. Так хорошенько все утрамбуется. Вот как-то так выходит. По центру будет заливаться бетон армированный. Заедино армопояс по всему периметру и перемычка до оконного проема. Также перемычка дверного проема и там еще один оконный проем. Вот так постепенно трамбуется. Палубка убирается. И все замечательно. Здесь 10 сантиметров, здесь, ну там где-то 8, здесь 11. А этот промежуток 20 сантиметров. Промерзать не будет через бетон.
мостика холода не будет. Усиление хорошее. Междуэтажный армопояс будет держать крепко этот пристрой. Поехали дальше. Пуансончик дальше поставим и дальше пойдем заливать. Ну вот так примерно выглядят V-образные промежутки для армопояса вместе с перемычкой оконной, дверной и т.д. и т.п. Вот так вот. Вот тут закладывается будет арматура и бетоном заливаться. Промерзания не будет, усиление есть. Что еще надо для жизни? Дальше завтра до конца сделаю. Ну что ж, будем работать. Ну вот и залил армопояс вместе с перемычками. Вон там оконная перемычка на лестничный пролет, которая. Вот здесь оконная перемычка. На улицу смотрит. И вон там дверной проем. Перемычка. Все залил. Заармировал и залил. Вот так вот. Надо купить дерево, балки и уложить пол и крыш, и пол второго этажа будет, и потолок первого. Вот снял опалубку после армопояса. Все закончил. Осталось балки положить и стелить пол. Оконный проем здесь с этой стороны получился ровный, не прогнулся. А с той стороны вот так маленечко дугой вышел. Снизу опалубка не помогла. А здесь все оконные и дверные проемы, все в порядке. Все эти отверстия надо заделать будет раствором. Заделаю, и все в порядке будет. Вот. Все в порядке, все ровненько. Стены ровные. Если не считать вот эти наплывы. По-свежему их надо стесать. Подровнять. Эти стыки надо убрать. Тут что-то у меня непонятное произошло. А штукатурить надо.
нормально. Напрысчик надо убрать. Это затекло. Так. Этот проем тоже в порядке. А вот этот проем с той стороны окна выгнуло. Вон. Хорошее коромысло. Потому что здесь нету сплошной рейки, доски. Так оно и вышло. Ну вот, первый этаж у меня, стены получились. Да, Рада? О, какая Рада, у нее Рада.